Дорогие друзья, шалом из города Минска, из Беларуси. Меня зовут Белинович Александр, я окончил MGBI в 1999 году. Учеба в институте и жизнь в Одессе стали одними из самых незабываемых событий в моей жизни. Я глубже изучил основы веры, разрушил многие стереотипы, научился смотреть на Писание в правильном историческом контексте, в духовном контексте. В настоящее время я веду мессианское служение в церкви «Новая Земля», сооснователем которой я являюсь. Наше служение в этой церкви началось 3 года назад с домашней группы в количестве 6 человек, включая меня и мою жену Светлану. За это время Бог открыл сердца другим служителям церкви, которые также начали трудиться в служении восстановления еврейских корней христианства и евангелизации евреев. Сейчас наша совместная группа насчитывает 20 человек. Мы тесно взаимодействуем с Минской мессианской общиной Брит Хадаша и ее руководством Стюартом Виноградом и Романом Зиньковичем. К сожалению, я не смог приехать в Одессу в этом году, чтобы всех вас увидеть, пообщаться, провести это время совместно с вами, но в духе мы все равно вместе. Поздравляю всех нас с 20-летием Мессианского еврейского библейского института. Желаю, чтобы Рух Акодыш не покидал эту прекрасную ешиву, давшую путь многим служителям. И пусть в этот период праздника Амер Господь особенным образом действует на этом ретрите в эти дни. Шалом!